Стоим на вечернюю проверку. Жерлиц, речик. Отлично. Рыбачить поедем. Начался весенний жор. Весенний жор. Красавчик. Я нечаянно нажал. Помоги. Еще, по-моему, больше. Да. Всем привет, друзья. Ну вот, наступил тот день, когда мы решили отправиться на рыбалку. Сегодня 20 марта. И мы выехали на природу, в тайгу, примерно где-то на неделю. Вот, надеемся отдохнуть хорошо, а самое главное порыбачить. У нас наступает жор. Вот. Мы едем с Анечкой и с нашим другом Ричиком. Ричик у нас сегодня будет первый раз открывать для себя таежные приключения. Проехали длинную дорогу, практически 2 часа. И сейчас нам ждет очень плотный наст, очень твердый снег. Едем порыбачить. Надеемся, что-то интересное поснимаем. И потом вам покажем. Так что жди от нас прекрасного фильма и прекрасных сюжетов. Опять на рыбалочку. И вот мы едем. Мы едем на всех эмоциях. С нами едет наш друг Ричик. В этот раз мы решили его взять с собой. Маленький мопсик. Да, маленький мопсик. В клеточке сидит. Первый раз ему очень страшно в клеточке. Ехать не страшно, но в клеточке страшно. Да, но мы его взяли подальше от города, от коронавируса, от всех болезней, чтобы он с нами был в тайге и здоровый. Вот. Так что мы едем на рыбалочку. На весенний жор. Погнали. Погнали, вперед. Ну что, наш Ричик готов ехать на проверку жерлиц. Всем доброе утро. Вот. Только сказали, что едем. И Ричик уже на снегоходе. Сидит, говорит, где хозяйка? Поехали. Да? В общем, сегодня опять ветер. Вчера все раскисло. А сегодня опять Мара подморозила. И мы с Ричиком отправляемся на снегоходе. Да, Ричи? Ричи едет кататься за рыбкой? Где рыбка? Где рыбка? Там рыбка. Кофе пивнем. Пивнем. Кофе надо в дорогу. А что же закипел? Ой, ты мой красавчик. Едем на вечернюю, ой, на утреннюю проверку. Иди, Аннушка. Спускаемся через реку Морок. Почти оттаяло.
Скорее же, скорее! Ну, затянуло, как бы прохладно на улице. Нет, никто. Значит, окунь шалудит. У Димы достань ложку. Неплохой налимчик, да? Вау! Ребята, смотрите, какой налим! Налимище целый! Я сейчас даже недолго думаю. Секунду. Я сейчас его засниму. А, вот это да, красавчик! Красотень прям! Сейчас мы его... Конечно, мне палец не откусит. Точнее, оттаптаст. Четыре триста. Вау! Вот это, ребят, налимчик! Класс! Красавчик! А ну-ка, Димыч, фоточку сделай. Все, выключай. Ребят, у нас еще очередная, как говорится, сработка. Сейчас будем смотреть, кто тянет, смотрю, активно. Я нечаянно нажал. Подводи. Еще, по-моему, больше. Да, еще этот, больше. Этот покрупнее будет. Вот это налит. Секунду. Такого зачетненького. Да надо обязательно еще раз мерить, ну вообще. Шесть четыреста. Ребят, на 6400 наливище обалденный. Вот это да, вот это утро прекрасно. Всех поздравляю с таким улом. Сработочка очередная. Но удаленькая. Отличный. Вперед, погнали, у нас еще 4 флажка стоят. Давай быстрее. Дим, у тебя флажок стал. Кто-то? Нет. Осторожно, тянет прям очень сильно. Флажок просто может. А, нет, там не размотан.
Осторожно. Что-то такое оригинальное. Тут тоже, по-моему, не... Ну, тянется. Так тянет, вот. Тянет, ага, здорово. Ну, по весу. Угу. Так, ребят. Нет. Опа! Вот это у нас крокодильчик. Она даже не дергает. Вот это крокодильчик. Красавица. За жабу. Так, и на сколько у нас тянет? На 3 700. Ну, хороший, хороший зачетный трофейчик. Отлично. Ну что ж, у нас еще есть два флажочка. У нас есть еще два флажочка, и мы идем дальше. Погнали! Так. Занос был очень сильно посмотрел. Не лезет, да? Ну там-то вообще небольшая такая. Ну тут 13. Так, ну края бы хорошо отделала. Ну так кто ж, ты ж сюда приезжал как хозяйка. Ну я тут. Ну-ка давай, Анечка. Покажи нам, на что ты. Вон она, вон она, вон она, вон, видишь? Зараза боком идет и все морду. Да, капкан отсюда не идет. Здесь, конечно, 20 килограмм. Не-не, ее надо завести. Давай, ты попробуй. Да, капкан, держи. Не-не, она там. Не, не сейчас, достанет. Сейчас ее. Сейчас волку сейчас заведет аккуратно. Ну, она какая-то дикая. Да, тут вообще очень, ну... очень агрессивная. Вот чем отличаются эти озера? Очень агрессивная. Щука очень просто. Она-то в принципе и небольшая. Ух ты. Ну вообще. О, все, завел. Нет. Нет. Опять нет. Она стала где-то 3/4 боком. Мужики маются. Вот такой серьезный. Прям вообще не ожидали. Я только что окуня большого поймал. На тебе. Сейчас, сейчас, иди, подожди. Да сними рукав. Что? Нет, не хочет головой заходить. Она вот уперлась. Ну давайте я сейчас сниму и рукой. Сейчас, сейчас, подожди. Я ее чуть расслаблю. Опа. Ну, стой. Так видно, стой, видно стой, ее. Стой, стой. Да. Стой. А, сам? Да, вот так сделай. Там ее прям видно. Вот на камеру не видно будет. Голова больше, чем моя рука. Бывает такое. Бывает еще изо рта хвост такое тоже бывает. Собрались. Та-та-та-та-та-та. Смотри, как красиво. Хорошая, да. Красота. Какая ее красиво. Да. Я ее красиво насадил, аккуратно челюсть. Да, хорошая. Ай да я молодец, ай да я молодец. Ага. Приехали, на проверочку видели в бинокль, что у нас флажочек. Я не знаю, есть, нету. Сейчас мы узнаем. Ну, продавило хорошо. Есть. Есть, ребята. Что-то есть. Затяни, засыпь лунку. Заходит.
истеричка. Это уже хороший, приличный экземплярчик. Он наконец-таки больше, чем тех, которые я в эти дни ловил. Вау! Yes! Отлично! Отлично! Смотри! Это мамочка, во-первых. И, ну блин, это не мой трофей, но это уже экземпляр, который можно взять, пожарить, покушать. Ну что, ребят, не успели отъехать. И 2 метра. Как у нас опять очередная сработка. И вот мы пробуем. И я знаю, что вижу, что тут сидит. Вижу. Просто чувствую. И это обалдеть. Вот это крокодил. Давай сюда, дорогой. О, как он. Нифига себе, у меня больше нету лески. Давай к нам, родимая. Давай, родимая. Сахарная копытца. Заходи в булочку. Давай. Отличка. Но тоже приятно. Тоже приятно. Тоже помощь. Отлично. Доставать опять лопаты, что ли? Еще один спустя 5 минуточек. Держи в руках, я за лопатой пойду. Да не надо. Хотелось бы щучку. Красотка прям. А тяжело-то как шла, да? Небольшенькая, но... А у нас как раз на копчение. Встретились на озере с нашим подписчиком. Приехал из земли на самодельном суперснегоходе. Вот. Техника самодельная. Прошла много километров. Вот так. К человеку подъехали. А он уже знает, как меня зовут. Потому что был подписан на наш канал. И теперь рыбачит вместе с нами. Или мы с ним. Вот, а у нас сейчас небольшой перекус. Пока мы тут, пока у Кунька тоже такой перекус. Мы тоже пьем чай, тоже рыбачим. Поймали сегодня 5 налимов. Одного на 4,5 килограмма, остальные чуть-чуть поменьше. Так что вот такие у нас успехи. Сегодня солнечный день. Я где-то полчаса. Аннушка ловит окуньков. Покажи, как ловит окунька. Да, такие лабухи у нас идут. Невероятно просто. Размер почти сапожек. Это второй такой. Ну, рыбачец. А муж сказал, ну иди посмотри тут за удочкой. Как всегда. Да. Дал ей свою удочку, говорит, присмотри. А вот прикинь, если бы ты не подошла бы, он бы утащил. Да. Он знает, когда подходить. Да, знает. Когда? Он знает, когда клевать. Видишь, на камеру никак. Ну ладно, хоть так, но все равно активно идет. Ты мне леску не перепутай, рыбачка Соня. Ой, ничего себе. Не скользи только.
Главное, ничего не сломало, все остальное чепуха. Ой, блин, вот это. Приземлилась. Такого лабуха поймала. Вот это я бы не просила. Я-то ладно, тут еду как на катке, это чепуха. Слушай, я-то не умею ловить так, как ты. Чуть ниже. Так, давай главного. Давай, давай, чуть ниже. Просто ловишь как своих. У тебя пауза? Нет. Ну что ж, ребята, у нас опять зима. Сегодня какое число? Да, сегодня какое-то число. 26 марта. И у нас в тайгу опять пришел зима. Зима? Да. Как она? Масленица? Масленица, да. Речку аж понравилось, что столько снега. Он бежит, хоть ему не больно лапка. Очень красиво. Очень красиво. Наши будни после рыбалки. Приехали, дров нарубили, кушать истопили. Снег вроде бы прекращается, но красоту нам оставил. А на сколько дней, непонятно. Речи этого не делай. Заснежено, удочки зимние понаходили, краска. Да, дайте как раз пару и хватит, через недельку приеду, будет чем дрова топить, печку точнее. Всем вечера доброго. Ну что ж, мы сделали очередной костерчик и очередная у нас копченая рыбка. Сейчас ее покажу. Вот очередные окуневочки. Сегодня будут копченые, жирненькие, толстенькие. Вот, так что сейчас минут 20-30 и мы закоптим. Третий день подряд коптим рыбку, кушаем щучку и отдыхаем. Вечер наступает и у нас в принципе уже наступила весна. Уже резко спал снег. Наст, который вчера по нему ходили, вот здесь вот, все на сегодняшний момент уже не держит, уже он проваливается, уже по озеру снег с водой. Так что завтра надеемся еще так же подловить хорошо, как и сегодня. Сегодня мы поймали, ну, штук 8 щучек. Ловили его на большом, огромном озере. Никого не было, там только были мы и друзья. Ну и в принципе все. Там под черным поваром спрятали. Что-то под вечер ветерок разгулялся. Ну, а в общем, в принципе, хорошо. Целый день было солнышко. Солнечно, вообще тепло, классно. Так что отдыхаем. Еще у нас 3 дня. Сегодня 5-й день. Ну что ж, рыбка у нас готова. Пока действительно запах передать не смогу. Чуть подвинем. Но он точно... Режем, сильно выловим, тут уже кофе, ну и аромат, она же сильно горячая, у нас такой жесткий, ох, руки отключи, вау, какая она сучка, решетки не чувствуются, ну а то, вытащишь, ага, будем добро вести, на речке можно тоже в следующий раз, и на стол можно уже не включить. Спасибо.
кушаем рыбку. Скоро кончится, пока ты снимаешь. Кто там подглядывает и попрошайничает? Кто попрошайничает? Сейчас выдадим. Нежно? Пищучку. А то по кило 100 уже некоторые отпускают в реку, это же вообще куда годится. Да, так... Вообще охамевшие товарищи. Надо 2-3-килограммовый окунь. Килограммовый это мелкий, мы его отпускаем, берем только крупный, отборный, 3-4 килограмма, только его на копчение. Ну ладно, приятного аппетита, кушаем. Вечер наступил. Сидим, коптим рыбку, окуньков, вот, пьем чаек. На улице тихо, спокойно, полный штиль, легкий ветерок западный идет. Ждем, пока докоптится, чтобы потом поужинать хорошо, вкусно. Как говорится, тусупы, а, да, шулю мы надоели. Хочется и нам и рыбки покоптить, и хочется покушать. Свеженькая, прям вот сегодня поймали, тут же распотрошили, посолили. Сидим, коптим. Снега, как видите, еще 50 сантиметров вокруг. Вот, то есть... Вечер тихий, спокойный. Так что приглашаем на копченую рыбку, на копченого окуня. Сегодня Дима поймал одного очень зачетного, трофейного, на 805 грамм. То есть он тоже там коптится. Так что заходите к нам на огонек. Думаю, что должно получиться замечательно. Вот завтра наступает новый день. Завтра новолуние. Обязательно что-то интересное опять поснимаем для вас. Ну и надеемся, конечно, что возможно завтра. Вот завтра или послезавтра клюнет, начнет клевать чуть. Поэтому сидим здесь вот неделю. Сегодня уже третий день. Завтра наступает четвертый, так что будет все хорошо. Так что давайте, до новых связей. Раз, два, три, три. Сейчас. Салфет. Анечка готовит куличику еще. Мороженое будем давать некогда. Ты уже разогрела. А что, мы все равно в вообще все. Наш охранник хочет кушать. Хочет. 3 часов ночи. Молодец, хорошо доехал. Все жерлицы подготовили. Помогал мне жерлицы ставить. Лунку чуть не свалился. Да, я в Екибе видел, какой. Как лунку песик свалился. И наш личик будет кушать, да? И охранник должен питаться. Еще теперь тебе срочно щуку споймать. И вот еще рыбой нахватить. Рыба очень... Личик. Личи. Конечно, Личи. Вот сюда вот Личи. Дайте мою еду. Тебе куда? Личи надо. Вот повезти. Так. Мопс, рыбак и охотник. Ну что, мы едем, отправляемся на вечернюю проверочку. С нами Ричик. О, отличное решение. Отличное решение. Просто супер. Сидушка. Все, ништяк. Мы идем на вечернюю проверку. Жерлиц. Ричик. Отлично. Рыбачить поедем. Начался весенний жор. Весенний жор. Красавчики. Ну что, на озере у нас опять размотка. Вот только мы не знаем, что у нас поймалось. Сейчас будем смотреть. Что-то не дергает, конечно. По щучьему велению, по нашему ходению, передай мамкам, пусть они идут, а мы тебя отпускаем. Давай. Да, ну что, у нас утренняя проверочка, и у нас, смотрим, сработочка, посмотрим, что у нас, чем нас утро порадовало. Димыч проверяет, я снимаю. Красавчик. Красавчик. Отлично. Отлично. Да,
Очередной окунек завесил на 805 грамм. На 805 грамм. Ну, какой жирненький, жирненький. Вау, yes! Вот это окунек, вот это трофейчик. Отлично. Всем приятного аппетита. Ну что, у нас очередная сработочка. Ребята, и вот... Смотрим. Блин, столько выставили. Вообще тишина. А может тут большой чебак стоит? Это та, которая вчера же сработала. Да, да. Ух ты, какой лав! Какой красавчик! Какой красавчик! А ну-ка возьми его в руку. Вот это где-то на килограммчик. Вообще в легкую. Зачетненький, зачетненький окунь. Это трофейный окунек. Ну, это еще не трофейный. Ну да. Ну уже. Но он тут есть. Да. Вот, посмотрите, ребят. Сейчас мы его. Вот, мой сапог. Сапожок. Хороший, жирный должен быть. Да. За килограмм, смотри, сколько их вот. О, ништяк. Класс, ура, вот это окунь. Пасень вот такая, жильца захопнул. Ну, начинал он тут, погулял, погулял, мы уехали. Видишь, он переварил. Ребят, вот это окунёк. Вот это окунёк. О, смотрит на меня такими глазами, типа. А, пришли пацаны, да? О, вот это окунёчек. Таких бы да побольше, да чтоб каждые 5 минут. Ой, счастье было, да. Класс. Ну вот. Уда, уда. Флажочек. Флажочек я прочистил. И что там у нас? Дернулось. Все же дернулось, оно дернулось. Дернулось. И что-то такое интересненькое. Я, что первый раз на этом увидел. Первый раз. Возможно, налим. Что очень? Очень. Ух ты! Что же вы такие, да? Откуда вы такие беретесь? А? Где крокодил? Да, налимчика нету, ну ладно. Очередная сработочка на сегодняшний день на этом озере первая. И сейчас продолбили. Сейчас мы ее продолбили, сейчас мы почистим. Посмотрим, что здесь у нас. А у вас? Да-да-да, что-то есть. Да-да-да. Что-то есть, ребята. Смотрите. Держи. Кто-то. Вот она. Травяночка. Очередная травяночка. Что-то крупных нету. Где все крупные щуки? Куда они делись? Очередная дровяночка, но это нам не, как говорится... Ну, уха сегодня будет. Что? Уха, да, сейчас будем челюм варить. Прямо здесь, на озере. Мы сегодня решили сварить челюмчик. Прямо на озере, да. Варим потихонечку. Варим. Ух, какой пар. Там у нас мяско варится. Уже скоро будет готово. Вот такой вот у нас самодельный костерчик. Вот. Дима, друг наш,
чистит картошку. Обратите внимание, как мы картошку моем. Моем мы ее в проруби, потому что вода у нас прозрачная. Вода прозрачная, руки мерзнуть начинают. Руки чистые. Ветер дует. Вот. Мы сейчас приехали на другое озеро. И у нас вот что-то видно, флажочек. Смотри, даже как веревочка дергается. Прям видно, колебания такие. Кто-то хочет. Вот сейчас мы будем смотреть, кто здесь у нас. Кто здесь у нас? Красавчик. Маленький красавчик. Схватился за... Что у нас? Начали собирать жерлицы. У нас сюрприз. Ага. Я тут давай расчищать. А оно тут на тебе дергается. Резко дергается? Да, ну это щука, наверное. Ой, налим. Налимчик. Хватай его. Хватай налимчика. Ура! Небольшенький. Ну, налимчик. Ой, отлик, какой классный. Ну, вот тебе и бонус. Вот тебе и бонус. Вот и тебе и бонус. Я тебе зимой первый раз вытащила. Ты смотри, это же тут кусяк-кусяк, да? Кусяк-кусяк. Тебе первый налимчик. Вот тебе и сюрпризик. Да. Такой двухкилограммовый. Ладно, ну вот. Прям рандеву такой, флажок сложенный, налим сидит. Да, ладно, подожди, вытаскиваем крючок. Заключение, маленькое заключение. За 8 дней мы половили неплохо, нашли где ловить. Были дни, что мы вообще без ничего сидели. Мы отдыхали, самое главное отдых и рыбалка между делом. Ну вот, возвращаемся домой.